Второй, я пятый. Десантировался успешно. Вокруг все чисто. Гадов нет. Радиста тоже нет. И оружия нет. И питания нет. Второй. И второго тоже нет. Все ясно. Влип. Японская компания Capcom создала, наконец, PC-версию Dino Crisis, одного из хитов родом с Sony PlayStation. Тропический островок посреди безбрежного океана, на котором расположена жутко секретная лаборатория жутко безумного ученого доктора Кирка, чьи исследования в области энергетики финансирует правительство. Итог исследований закономерен. Связь лаборатории прервана, а группа спецназовцев, прибывшая на остров, обнаружила, во-первых, отсутствие радиста. Тот факт, что его по приземлении слопал тираннозавр, ускользнул от внимания боевых товарищей. Он известен лишь игрокам, посмотревшим заставочный ролик. Так, кто-то у нас тут есть. Чужие. Ну достали! Громкие такие. А главное, большие. Смотрим. Ага. Вот он, голубчик. Посмотрим, что это у нас такой зав лаборатории мистер Джон Джонсон. Да, неважно, выглядите, мистер Джонсон. Че ты рычишь? Рычит он. Переживаешь? А зачем сожрал тогда? На сей раз в роли главного пугала выступают динозавры. Обнаруженная спецназовцами база вполне типична для жанра. Пусто, мрачно, кругом пятна крови и распотрошенные жмурики. Вас ждут долгие скитания в недрах базы, частые и неожиданные встречи с динозаврами всех форм и расцветок, поиск оружия, полезных предметов и паролей, решение головоломок. Лично я предпочитаю видеть своих врагов в виде шашлыка. Нет, я не о Богдане сейчас говорю. Я имею в виду врагов из, так сказать, животного мира. Хотя, впрочем, разницы я особой, но не важно. Так вот, берешь свежую вырезку тираннозавра, замачиваешь ее в кефирчике или в сметанке, можно в уксусе или вино. Вот, и с лучком, с помидорчиком, посолить, поперчить. Жилистый. Ребят, попался. Ну что, есть можно. Избалованных PC-геймеров может не впечатлить несколько старомодное графическое оформление игры. Поклонникам классических приключений может не понравиться слишком уж линейный сюжет. Но главного достоинства игры, прекрасно переданной атмосферы настоящего фильма ужасов, не в силах отрицать никто. Если вам хочется просто побояться, ни в коем случае не пропустите эту игру. Системные требования. Pentium 233 рекомендуется Pentium 2300. 32 мегабайта памяти рекомендуется, 64 мегабайта 3D-акселератор. Поддержка мультиплеер отсутствует.